Где искать правду? Мы с вами живем в мире релятивизма. Страшное слово, которое обозначает относительность. И сейчас вся правда выглядит относительной. Ну, на самом деле, конечно, взгляд на те или иные жизненные обстоятельства у разных людей разный. И если у вас, например, были неудачные отношения, то все стороны таких отношений и последующего конфликта имеют свою правду. И в этом смысле правда – это вещь такая опасная, потому что верить ей – это в значительной степени самого себя накручивать. И, конечно, важно принимать и другие точки зрения. Но проблема состоит в том, что часто нас намеренно пытаются обманывать. И вот правда, если про нее и говорить, то это правда в контексте, в противопоставлении лжи, когда нас пытаются действительно обмануть. Да, у вас могут быть разные точки зрения на один и тот же вопрос, но если человек честно про нее рассказывает, и дальше вы договариваетесь, то это вин-вин. Но если вас обманывают, то вам необходимо искать правду. Вы должны работать над тем, чтобы понять, что происходит. И в результате такого осознания объемного того, что происходит, вы можете идентифицировать ложь. Хотя существует целый набор инструментов, и про них я рассказываю на своем практикуме, который как раз так и называется «Правда против лжи». Давайте это бесплатно пройдем его вместе, посмотрим и научимся отличать правду от наглого вранья.